Здорово. Обеденный стрим. Я думаю, 2 часа у меня где-то есть. Чуть меньше. Так, я продолжу, на чем остановился. Я сделал быстрый unwrap. Выглядит он так. Но мне не все устраивает, пока я сейчас это небольшой оптимайз проведу тут и там. Но первым делом я хочу убедиться, что меня не параноит и у меня модель не сильно смещена. Короче, надо вернуть ее как-то в центр, но я не знаю, как это лучше сделать. Сейчас мне не обратиться обратно в ZBrush, потому что там какая-то ошибка есть на модели. Для этого у нас есть Optimize, Cleanup модели. И кому надо, посмотрите просто, что здесь включено, что выключено. Мой стандартный чек. То есть он прогнал это. Я убил history. Нажимаю еще раз. Если он не делает это же раз, второй раз то же самое, что сделал до этого, значит модель нормальная. Теперь можно ее обратно закинуть. Вот, тут все на месте, короче, то есть что-то случилось. Дайте я добавлю симметричный объект. Просто разобраться с этой фигней. Просто потом ригать неудобно будет без симметрии. Хочу сразу это дело пофиксить. Так, плохой куб я сделал. 4, 4, 4. Почему у меня скейлится коробка? И даже с нажатой галочкой prevent negative scale, она все равно скейлит его в негатив. Никто не знает, почему так. Она должна его скейлить чуть ли не до плоскости и останавливаться. Ну ладно. Да. Ну, короче, она здесь смещена была изначально. Пардон. Вот это что? А, нет, это рука такая. Ну-ка, ну-ка. Что, только из-за руки, что ли, вся симметрия слетела? Надеюсь, нет. Не врубаюсь, короче, что я сделал. Очевидно, всю модель надо влево сдвигать. Ну-ка. Технические неполадки.
Как вот снять выделение с этого плейна? А, вот так вот. Все. Я просто сдвинул модель, а плей надо было оставить. Да, блядь. Что делать-то? Как пересобрать это говно? А ты можешь вкратце сказать, с чего начать? Я могу создать просто сцену, типа с нуля пересоздать на этой коробке. Сейчас. Я смотрел какое-то видео, но там оно мне не помогало. Это было не решение моей проблемы. Сейчас попробую вкурить. Опустим. Есть bounding box. Вот наша свежая сцена. Yes. Как есть способ быстро это собрать? В другом файле, наверное, только в папку засунув. Сейчас я попробую этот свой метод, если не получится. Я просто не хочу терять время сейчас смотреть туториал, блять, на стриме, ну серьезно. Окей, решу своим способом. Copy folder и paste в эту сцену. Смотрим, что получится. Не знаю, по-моему, мне ничего не помогло, но сейчас посмотрим. Модель должна находиться чуть правее, было быть сдвинута. Я просто не знаю, где здесь на этой модели теперь есть точка симметричная. Типа она изначально симметричная, вся модель. Можно сдвинуть только на глаз. Почти угадал, но все равно не близко. Они, короче, оба несимметричные модели изначально. Потому что я же их уже отретопал по несимметричному мешу. Теперь мне надо просто как-то это вместе свести на глаз. Но это несложно. Просто не знаю, как мне теперь сделать чувака самого отмерить ровно. Типа. Вот у меня модель. Сейчас удалю половину этого. Руки абсолютно симметричные, чувака. Вот они. Сейчас попробую сделать. Забыл, что у меня хаткей на дупликейт поменялся. Как на маде сделал, теперь постоянно скипаю. Вот типа реф у меня для симметрии. Минус один. И чё? Чё это мне это дало? Да. Все это придется вырезать потом из стрима. Не стрима, а из финального монтажа, типа.
Все, полный кал. Короче, похер, тогда запекать как есть. Типа, я потом финальную модель просто, наверное, сдвину в середину для Рига. Но я не знаю, короче, не вижу смысла сейчас бороться с этим. Ладно, стоило попытаться, но... Короче, я просто... Предвижу вопрос. Здесь меня покараптило изначально асимметрии модели, мне кажется, я слишком много вложил вначале, и она типа неровная теперь. Ну ладно, это типа не так фатально. Сейчас я повторю просто все эти действия заново. У меня есть модель. Так, кстати, глаз еще надо поменять. Эти глаза, кстати, должны быть и хай-поли моделями тоже для запекания. Допустим. Экспорт. Просто эту руку возьму и сдвину тогда. Раз никак иначе не сделать. Так, модель простая, можно все, в принципе, на глаз сделать, и ничего не развалится. Надо было сразу так сделать, на самом деле, не париться. Сейчас я просто еще одну вещь не сделал. Почему у меня, кстати, задесимейченный шлем? Это же не финальная модель, не? Бокс. Что-то я протупил. Сорян. Вот это финальная модель была. Вот пересекающиеся полигоны разного цвета может служить как референсом, типа куда двигать. Просто найти похожий паттерн на другой стороне и сдвинуть, чтобы выглядело похоже. Нормально. Так. Сейчас поколлапсить хотел шлем еще изнутри чуть-чуть. Хотя, не буду на это время тратить. Мне надо валмаппинг поправить. Так, глаза еще закинуть туда надо. Спорт. Так, сохраню ризом. Так, короче, оптимизация здесь. Сейчас объясню, что я имею в виду под оптимизацию. Все внутренние куски, которые не видны, можно просто отнести в сторону. Вот сюда, вот он, раз, два. Они скейлятся сразу. Просто в минус мы не видим ничего из этого. А нет способа как-то выделить кусок модели, а не shell? Я вот что-то не врубаюсь. Айсланд. Походу нет. Что-то какое-то не предусмотрено, видать.
Расстояние между глаз или рук не кажется симметрией. Почему у меня тут два объекта? What the fuck? Опа. Вовремя заметил. Не знаю, как так вышло. По идее, у меня раз, два, три, четыре. Четыре части должно быть, да, все. Короче, я показывал начало этого процесса. Сейчас покажу продолжение. Я делал констрейны. Делаю там какие-то вертикальные, какие-то горизонтальные. Это Alt-V, Alt-T, два шортката. Так, это что такое? Это рука. И эти штуки просто лучше упакуются на листе. В целом приятнее будет смотреться. Вот голова существа внутри каски. Сейчас надо, наверное, спрятать этот шлем. Короче, я вот думаю, голова нужна вообще. Детали лицо, по идее, важно, потому что мы видим там детализацию какую-то. Вот башка, затылок, наверное, можно сколлапсить. Типа, ну, подколлапсить, я имею в виду уменьшить. Чтобы она не тратила наше UV. И на глазки надо побольше сделать. Причем на переднюю часть глаз, по-моему. Подождите. Да, вот задняя часть глазных яблок. А почему, кстати, на одно? А, вот. Задняя часть мы не видим обычно. Можно уменьшить. Переднюю, наоборот, увеличить. Не знаю, на глаз, короче, раза в два увеличить. Ну... что там обычно радужка рисуется, какие-то вены там на глазах. Это все обычно требует чуть больше плотности. Что-то еще можно срезать. Ну, в принципе, все довольно не так много здесь мест интересных. Вот, теперь я размаплю вот эти части, сделаю их просто unfold обычный. Ну и после unfold можно оптимайз подержать кнопочку O. Так, а вот эту штуку можно как-нибудь... По-хорошему, вертикальные швы везде можно делать. Вертикальные, ну, разве на маппинге, типа, и это прям помогает. Блин, чуть не то сделал. Так. Ну, тут есть подтяжки. Да, это не очень хорошо. Короче, нет, я, наверное, не буду это делать. Есть маза, порезать вот так. Это будет лучше, наверное, все-таки. Пустить шов в другом месте, потому что иначе будет палево. Там прям сильные деформации пошли, уже мне такое не люблю. Главное еще не забивать старые констрейны убивать, потому что они мешают потом. Какой там хоткей? Нет. Вот это, по-моему. Alt-Shift-C. Надо запомнить. Че?
Не сработало. Alt Shift C, я ж так и делал. А, нет. Сейчас. Вот, работает. Чтобы выравнивалось быстрее, можно просто центральный edge, я обычно делаю вертикальный, и так быстрее будет. Просто сразу unfold нажимаешь, оно становится как надо. Так, надо остальные поправить, которые я развалил. Не знаю, что здесь произошло, почему он уменьшился так. Чуть не размапливается, чуть не могу понять, что он хочет. Понятно. Короче, надо здесь разбить так. Решить. Вот, теперь нормас. Вот, если, кстати, масштабы слетели, я сейчас могу вернуть их на место, по идее. Нажав кнопочку Texel Density Average. Че? А, не на эту, сорян, вот на эту. Вот, теперь он просто сделал их одного, этого, усредненного Texel Density на все. Так, ну давайте да, ноги добить сейчас по-быстрому. 6-7. Короче, ноги я, наверное, не буду пытаться выровнять как-то. Я просто сниму все констрейны оттуда. Пускай будет как будет, вот так вот криво. Здесь, по-моему, она того не стоит, короче, выравнивание. Это слишком сложный шел. Так, и теперь вот эти просто я сейчас прогонюсь по ним по-быстрому. Типа, беру это шелы со шлема, которые вот на толщине. Я хочу, чтобы они просто все ровные были. Это просто приятнее будет смотреться. А почему у меня чат отвалился, сорян, чуваки? Я смотрю на чат, а на нем ничего нового нету просто. И не отвечаю. Сейчас я посмотрю, что там есть. Если вкратце кидаешь отцентрированный куб из маки в браш, чисто новый тул, к этому тулу копируешь свой нургла. Да, это я так обычно делаю, просто здесь там немного не то было, короче, проблема не с этим была. Я так обычно делаю, да, у меня просто, я там слишком далеко зашел уже, у модели была поломная симметрия, она ретопана была, поломанная, у меня просто нет времени, короче, это все лечить. Кстати, а почему здесь косой этот самый? Я сделал горизонтальный constraint для всего этого, и он все равно типа остается косым, ладно, неважно. Видите, да, он какой-то оставляет заусенится, не знаю, что это за фигня. Оптимайз мне не помогает тоже. Ладно.
потратив на это время немного небольшую консольный пробив, короче, я потом просто сделаю unwrap, в смысле пакинг, и такие штуки просто намного лучше упаковываться будут. Это типа приятнее, эффективней. Всем рекомендую на это небольшое время тратить. В ризами это просто очень удобно сделано. Видите, я быстро делаю. Дабл-клик, выделите G, hotkey на constraint, Alt-T, U, unfold, все. Переключение между эджами и шеллами, там F1, F2, F3. По уму надо свои hotkey еще здесь сделать, но... В принципе, те, что есть, мне показались достаточно удобными. Особенно режим манипуляции, который работает просто, когда вы зажимаете Space Bar, и три кнопки мышки у вас отвечают за Scale, Rotation и Move. На планшете, соответственно, то же самое. Типа, можно пером так делать. Видите? Очень хороший режим. По-моему, в Softimage такой же был, в старом. Режим работы в обе-порте. Типа каждая кнопка мышки за свою ось что-то отвечала или что-то. Еще. К этому надо привыкать, но раз привыкнув, типа это очень-очень удобно. Так. У меня была половина модели спрятана, блин. Забыл. Сейчас надо убедиться, что все осталось у меня. Так, вот эта штука еще. Кстати, не очень нравится, когда она так скругляет слои, но края точнее. То есть, по уму надо разрезать и анврапить вот так. Но искажения не сильно большие были, так что я забью. Так, это что-то здесь. Это надо сюда пришить. Кстати, вертикальный constraint поможет здесь деталь все выровнять. Так, все вроде, да, ничего не забыл. Ну, короче, вот эти внутренние шеллы, которые не видны, они сейчас просто не будут участвовать в процессе, так сказать. Я их просто уношу на правую сторону и не трогаю пока. Как группу удалить-то? Случайно создал, забываю как хаткей постоянно. Группшен групп. Или, а, это мой юдюм, это группа, господи, какой я тупой. Короче, пакинг здесь работает хорошо, в принципе, с первого раза, но здесь есть маза увеличить аккуратность на ультра и поставить несколько больше итераций, например, 16 или 32. И теперь можно выделить все это и нажать на пак. Сейчас. Здесь два разных пакинга, типа обычный пак, когда на... Подожди. Короче, пакинг, когда он просто их может вращать как угодно, а... Это что такое здесь? Кривое говно. Pack Translate. Он будет просто их перемещать, не вращая. Поэтому я его обычно нажимаю, потому что мне хочется... Блять. Это что? А, это рок. Ориентацию некоторых шелов не менять. Но их можно залочить индивидуально. Типа... Сейчас попытаюсь вспомнить, где это. Просто в разных версиях интерфейс сильно не похож, короче, меня это постоянно с толку сбивает. Ладно, пофиг, короче, так тоже нормально будет. Делаю пак, и он сейчас 16 раз проведет пакинг и выберет наиболее оптимальное расположение для всех частей. 20, 21, 22, он снизу видно. И лучше это делать, когда прям мало у вас шелов, типа...
когда много-много шелов мелких, типа, она особо выгоды погоды не делает. То есть там срабатывает обычно с первого раза, пакуется вообще офигенно. Вот теперь вот эти оставшиеся вещи я могу просто воткнуть. А, блин. Забыл. Итерейшнс можно убрать обратно. Вот, типа, оставшиеся шелы, которые изнаночные. Все. По идее, все готово, короче, к запеканию. Я не знаю, что тут еще можно добавить. Импорчу обратно в мае, просто вот наша модель. Сохраняю. Сейчас просто набазвать, допустим, как по логике, типа, руки, arms. Хельмет. Шлем. Всем рекомендую обзывать части логически, потому что это просто жизнь потом упростит. Но это делать в конце, потому что в процессе работы в мае у вас все имена хелятся обычно. Вот, теперь зайдем в зебру. Мне надо сделать такое же количество, желательно такое же количество деталей. Типа я склею бошку с телом. Я пока не придумал, как ID-мапу запекать правильно. Я постоянно забиваю алгоритмы свои. Сейчас на ходу, короче, вспомню. Короче, полезно иметь полигруппы на объекте. Сейчас увидите, почему. Это нужно для запечки ID-мапы. То есть убедиться, что нету лишних полигрупп нигде, надо посмотреть. Вот здесь все на разных полигруппах. Допустим, мне надо шарики просто выделить в отдельную полигруппу сейчас. Блин, на самом деле лучше разделить, короче, чуваки. Сорян, я что-то затупил. Split hidden. Просто проще будет так. Сейчас буквально скоро увидите, почему. Это тоже разобью на части. Модель не нужна здесь. Все, короче, вот финальная хайполи сцена. Ну как финальная, она еще не покрашена, но это потом сделаю. Удалить эту фигню. Вот наша финальная хп. Полипейнта пока нету здесь, он не нужен. Сохраняю себе файл, называю его там, не знаю, final. Все, готово. И что дальше-то? Для закрою все лишнее. Для экспорта в Marmoset, для запекания, я пользуюсь плагином FBX Import-Export. В принципе, работает, не подводит. Все нормально. Вот здесь все включено сейчас, что надо включить. То есть я хочу, чтобы полигруппы мои, хотя это уже не важно на самом деле, можно выключить. Потому что у меня вместо полигрупп, по сути, у меня сейчас каждый объект разделен. Но когда у вас модель большая сложность, большой сложности, типа у вас просто на здесь будет дохрена сабтулов, и лучше все-таки группировать. И вот эта опция экспорт полигрупп сетмайтс, она на каждую полигруппу создает материал. Это важно, короче, это потом нужно будет. Но пока мне это не нужно, короче, я не хочу лишних материалов, я просто вот экспорчу с такими настройками. Экспорчу ее в свой рабочий фолдер, засовываю ее обычно в отдельный фолдер все бейк файлы. Мурглинг бейк назову, мург.
есть он пошел экспортить. Пока он это делает, он довольно долго это соображает, короче. Но надо держать фокус на программе, то есть нельзя переключаться в другие приложения, иначе он это не доделает. Сейчас покажу. Типа я продолжу здесь, короче, работу. А, сейчас я хотел убедиться, что на модели нету косяков. Да, вот все нормально. Файл export selection. Экспортим мы в FBX. Тоже с дефолтовыми настройками. Там ничего лишнего не надо делать. Просто геометрия. Файл экспортнулся, high poly, low poly, короче, все есть. Идем в Marmoset. АО генеришь зебри? А, генерю для покраски. В Marmoset можно печь АО нормально. Слушай, тут разные случаи просто этого использования. Я не могу тебе сейчас короткий ответ дать. Просто если ты генеришь АО с браша, это надо бейкать как Vertex Color. Vertex Color обычно у тебя занят уже полипейнтом. Чистым. Полипейнт — это следующий этап этой модели. Сколько времени еще? Час есть. Сейчас запеку, и потом после этого будет полипейнт. Я покажу, почему запекать АО. В принципе, лучше запекать АО в Marmoset. Забрашь, АО пользоваться для рисования текстуры. Короче, увидишь. Так, Marmoset. Почему не запустился? Чуть не первый раз я запускаю, он, короче, появляется и пропадает. Че с ним? Импортнул. АО вообще персонажка используется, конечно. Без АО ты никуда не уйдешь. В любом арт-стиле абсолютно АО нужен. Да, в картах, и, да, и в реал-тайме, и в движке АО нужен очень сильно. Объяснимо. Короче, сразу себе жизнь просто облегчить надо, типа, ткнуть на материале, я не знаю, как он называется, потому что ему надо было в мае назвать, на самом деле. Вот здесь. Блин 2, короче. Блин 2 материал нашего лоу-поли модели, я его сразу сделаю красненьким, чтобы видеть, где лоу-поли, где хай-поли. Делаю бейк-групп, нажав на кнопку бейк. Вот, бейк-прожект. Ничего называть не надо, короче. Тащим лоу в лоу, хай-поли, тащим в хай. Все. Включить дальше надо, ну, чтобы отображалось на экране и то. Вот наш чувак. Смотрите, сейчас я сделаю первый пас бейка, который будет... Нет, давайте... Сейчас дайте подумать. Вообще, ладно, наверное, так и сделаю. А, здесь создалась куча материалов, они не нужны, их можно грохнуть. В принципе, сейчас... То есть назначить на хай-поле модель один материал, apply. Нажать Ctrl Backspace. Все лишнее удалится. И сейчас еще одну вещь важную хочу сделать сразу. Ой. Мы запекаем Lightmap в Marmoset. И для этого надо сделать, установить environment какой-то базовый. Для сейчас, во-первых, в Raytrace сразу переключиться, чтобы понимать вообще, что происходит. Raytrace. И увеличить количество баунсов на пару, наверное, там до 4, 3, 3, 4.
Где noise GPU, чтобы не мерцало все, это раздражает. Quality можно low поставить, насрать. Хотя не, лучше по medium. Вот. Че дальше? Рендер пока не трогаю, это все не нужно. Что такое advanced light sampling? Интересно. В общем, как настроить свет для запекания лайтмапа? Начинаю обычно с какого-нибудь оверкаста, типа выбираю пасмурное освещение, можно просто градиент черно-белый. Вот. Нам нужен просто очень ровный эмбиент, желательно. Это не так важно, потому что я сейчас возьму его и грохну ему яркость до, не знаю, там, каких-то маленьких значений, допустим, 0.2 для начала. Я не хочу, чтобы в тени моя модель была черная совсем. Теперь делаю спотлайт спереди. А, 45 градусов. В стандартный угол, в принципе. Я не знаю, что тут можно добавить. Я не хочу четких теней. Кстати, забыл одну вещь. Типа, не на белом материале ни в коем случае. Выбираю сюда средне-серый. Сюда с 8. Я делаю просто нейтральный цвет. И все должно быть нейтральным. Типа, средний-серый. Блять. Короче, 50% вылили. Вот так. Roughness какой-нибудь стандартный. У меня пока нету цели запечь материалы, типа разные. Это потом будет сделано. И источнику света надо сделать диаметр побольше. И тенью разблюриться. Мне нравится бэкграунд, короче, я просто поменяю на цвет. Я не советую смотреть на свои тени, ой, в смысле на тени, господи, на модели на черном бэкграунде или на ярком, типа, выбирайте тоже что-то усредненное. 50. Мы делаем, по сути, черно-белую базу для нашего существа. Вот. На глаз просто можно подобрать яркость как-то так. Вот. И повторить то же самое сзади, просто заплицировать свет. Жалко, инстанс нельзя сделать в Бармасете. Сзади я обычно делаю чуть менее ярким, чтобы они не боролись друг с другом. Но здесь это можно, в принципе, ну, чуть-чуть уменьшить. Типа, было 6.5, сделаю там 6.3. Вот, и иногда есть соблазн еще сверху поставить свет. Вот я сейчас попробую сделать и сбалансировать. Не знаю, что это даст, но иногда может выглядеть прикольно. Особенно на этом существе. Просто мне нравится, когда вот подчеркиваются грани, типа фаски на объектах. Вот на шлеме сразу стала видна эта фигня. Вот, по идее, сейчас я могу... Передние и задние источники света, наоборот, сделать слабее. Допустим, 6.1. Задние тоже 6.1. Вот, чтобы у меня верхний свет чуть-чуть сильнее был. Но мне что-то не очень нравится, на самом деле. Тогда передний сейчас чуть-чуть поярче сделаю. 6.3. Вот, в принципе, нормальный лайтмап. Единственный, как бы сказать, минус всего этого, что снизу, короче, вот такая фигня. Но для этого у меня есть environment, собственно говоря. Sky, brightness. Вот. Но это и очень ярко, короче. Не, давайте я 0.5 сделаю лучше. 0.5. Вот. Если очень прям парит, можно просто лампу снизу воткнуть. Какой-нибудь Omnilight большого диаметра. И
таким образом можно убрать вот прям черные тени там, где не нужно. Потому что я знаю, что он начнет руками махать, и у него будет внутренняя часть руки будет темная слишком. Мне не нравится такое. Вот. Яркость можно контролировать путем... Сейчас... Либо ближе свет втыкать. Вообще я лучше его отдалю подальше и сделаю поярче просто. Как-то так. Теперь просто могу отодвигать его. Просто радиусом увеличить еще сильнее. Будем считать, что это такой bounce light, короче. Но это очень ярко, поэтому я пригашу. Но тогда мне придется environment обратно убить, точнее 0.3. Вот. Теперь я могу баунс чуть-чуть увеличить. Так. Вот это верхний, задний и передний. Нормально, короче, выглядит. В принципе, я не буду тестировать, прям долго заморачиваться. Нормально. Обычно я ставлю их два источника спереди, два сзади, под углами, короче, так, чтобы правильно блики ловить. Но поскольку это будет полу-PBR модель, типа там с нормал мапами и рейтрейсом, все такое, короче, похер. Мне нужна просто база какая-то для текстуры. Неважно, что он такой, короче, весь зашейденный, типа, это потом сбалансирую. Ну все, можно запечь, короче. И хочу сейчас показать, что именно я запекаю, какие каналы для этого. То есть нам нужен Complete Lighting, Ambient Occlusion, Diffuse, Specular, Indirect. Не помешает все запечь сразу, короче, с вас не убудет. Типа. Потом здесь надо запечь Material ID. Точнее, не Material, а Object ID. Потом... Где Vertex Color? А, вон внизу, господи, перепугался. Vertex Color. Короче, пройду сейчас с самого верха. Normals, Normals Object, Height не нужен, Position нужен, Curvature, Convexity не надо, Cavity не надо, Thickness надо. Ambient Occlusion, Complete Lighting, UV Islands, не знаю для кого это. Короче, Object ID, наверное, все-таки лучше будет здесь. Альфа. Ну и все, наверное, вот это все каналы, короче. Но есть нюанс. Господи. Если я сейчас запеку, короче, у меня будет куча пересечений. Поэтому я запекаю только определенные карты в данный момент. Я объясню потом, какие нужно будет запечь отдельно, короче, другим способом. Я выключаю Normals, Position оставляю, Curvature. Thickness, Ambient. Да, Ambient нужен здесь. Все типы лайтинга я забегаю, лайтинга точнее, освещение запекаю здесь, Object ID не надо, Vertex Color не надо. Вот, эти карты я пеку сейчас. И когда я запекаю, я ориентирую камеру так, чтобы она смотрела, ну как-то, не знаю, спереди, сверху, я не знаю, как-то вот так вот. Типа, стандартная позиция, кричи, когда вы на нее смотрите, я не знаю. Дальше надо выбрать размер, ну допустим, 2К текстура для начала. И выбрать, куда вы запекаете. Массет. Я выбираю обычно PNG, потому что проще. Открывается просмотрщиком в винде без проблем. Качество не херит. Так, что еще? Ничего не забыл. Samples можно увеличить сразу там, до 16. Если у вас текстура маленькая, это важно. Если большая, это не очень важно. Так, что еще? Ну, вроде все, да, можно нажимать Bake. А, надо проверить просто офсет кейджа. То есть, офсет это вот эта вот фигня, когда вы тыкаете в low, и показывается эта зеленая вот штука, и видно, что этот пузырь на коже, он не запечется уже. Типа, он пробьет текстуру насквозь, короче, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вот, плохо, что я сейчас делаю, по сути, глобально на всю модель, но поскольку модель довольно простая, я думаю, это простительно. Можно локально увеличить, на самом деле лучше будет сделать это локально. Короче, есть такая штука, Paint Offset. И как это работает, допустим, offset у нас сейчас стоит какой-то там value средний, и нам надо просто белым цветом, кисточкой,
А чё, и всё, что? А как больше? Ну, короче, я, по сути, локально Vertex на Cage отодвигаю от модели, чтобы вот эти вот места, они надежно запеклись. Проще, конечно, просто офсет общий увеличить, но я говорю, это типа нехорошо, потому что в каких-то местах это будет не выглядеть неаккуратно, типа я бы лучше так не делал. Почему он здесь пролазит со стороны? Ну вот, я этот последний чек перед тем, как запекать, вроде все нормально выглядит, и я нажму на кнопочку Bake долгожданный. В бейк-группы не нужны они здесь, сейчас увидишь. Собственно, это все я сейчас затевал ради этого момента. Показать всем, как я запекаю. Бейк-группы хорошо, но есть способ быстрее, менее геморный. А, камера перекрывает UI. Блин, чуваки, извините. Тут уже поздно что-то менять. Ну, короче, я все карты вручную перечислил, типа, голосом точнее. Я поторопился кнопку Bake нажать, надо было отдалить его. Камеру ориентировать по-хорошему. Это еще не один пас, типа, еще один пас надо сделать с блестящим материалом, но... Сейчас это следующий будет. Для бликов. Lightning это для базы, для текстуры моей, потому что я не хочу это рисовать. То есть все, что я вылепил, это будет использоваться. Это стилизованный такой PBR будет, нереалистичный. Типа. Light генератором, смотри, есть нюансы, ты прав, можешь покрутить, но запеченный лайтмап будет лучше всегда выглядеть. Потому что лайт-генератор просто тени не может кастить. Вот эти все мягкие тени, полутени, окклюжн, короче, это все там недоступно. На это дохера времени потратил, это вот то, чему я пришел. Типа, я попробовал вообще все в Substance, и лайтмапы всегда будут лучше смотреться запеченные, потому что они еще свойства материала передают. Сейчас покажу. Смотрите, наша лоу-поли модель, вот она. Дайте этот Ray Trace выключу. И можно, блин... Давайте я вот так вот окно расположу. Чтобы вы видели весь UI, не только... Вот слева панель с запеченными картами, короче, да, я их могу сейчас посмотреть на модели напрямую, нажав на каждую, типа вот на шарик этот, при просмотре. Вот почему position важно запекать в этом режиме, типа, ну, короче, ладно, это, забегая вперед слишком. Ambient occlusion, тут что-то провалилось, короче, но это можно починить. Я не хочу, короче, упарываться, типа, делать это. Complete Lighting, вот. Тоже там какие-то точки, бля, проще, короче, перезапечь, чуваки. Типа, смотрите, я все равно он сделал. Диффуз можно не печь, на самом деле, можно ограничиться комплитом и спекуляром. Типа, Indirect. Indirect, по сути, инвертнутое АО, короче, тоже можно не запекать. Давайте я их сразу уберу отсюда, типа, они не нужны мне. Indirect, Diffuse, короче, оставляю, типа, спекуляр и комплит. Я сейчас просто глобально офсет увеличу. Как-то так. И чтобы проверить, что я запекаю, типа, мне не надо сейчас всю карту печь, я могу только одну. По сути, запечь комплит лайтинг, увидеть, где у меня что пролазит. Нет, зачем исправлять Photoshop, если проще здесь, короче, починить раз, типа... смотрите...
сейчас. Нормально, короче, выглядит. Ты хороший вопрос задал, и надо, короче, научиться самому себе на него отвечать. Типа, готов ли ты, например, схалявить и закрасить точки в фотошопе, короче. Потому что зачастую это самое правильное решение. Ты просто... Большинство людей, когда они работают, у них проекты дезорганизованы, всячески вернуться назад, перезапечь, это пипец как дорого. Типа, ну, полдня на это может уйти, да, в то же время в фотошопе ты можешь просто покрасить, короче, закрасить дырку. Но... Если кому-то, кроме тебя, потом придется пользоваться этим ассетом, который ты сделал, им будет очень сложно этот процесс воссоздать. Допустим, человеку придется что-то перезапечь, он перезапечет, и у него окажется все в дырках, короче. И ему потом придется что-то там закрашивать или как-то восстанавливать, там, смотреть, где ты закрашивал дырки. Поэтому вот на проектных ситуациях, типа, лучше не халявить и сделать аккуратно, потому что после тебя кто-то будет пользоваться этим. И они не смогут разобраться. Короче, делать все... по частику желательно. Для себя ты можешь как угодно делать. Себя надо не тратить время, короче, делай максимально эффективный способ используй. В 3D нету правильных способов, типа, они все правильные по-своему. Так, чё я тупил-то? Да, я запёк, короче, карту, проверил, что нет дырок, и мне сейчас надо перезапечь остальные каналы по-быстрому. Так, еще раз, что у нас там? Спекуляр. Точнее, спекуляр я сейчас не запекаю, мне не нужно. Position, Ambient и все, наверное. Да, три карты, короче. Запекаю сразу в 4К их, чтобы не жалеть потом. Samples 64, ну не знаю, 16 оставлю, короче, все. Пеку сейчас финальные карты, по сути. Не знаю, успею я собрать его в Substance. Я хотел его собрать в этом, в Marmosite, но ладно. Я еще покраску показать хотел вам. Использовал Lightning Substance, только заведомо HDR сел, делал симметрично. Не знаю, я не знаю о чем-то. Запекал Lightning, Lightmap'ы там. Там, по-моему, нет такого. Рейтрейсинг точно нет. Положение камеры влияет на спекуляр, на блики. Типа, то есть ты отренделишь сбоку, у тебя блики будут в другом месте. Я сейчас могу показать на примере спекуляра, я вот сейчас дойду до этого. Так, проверь карту, которую запек. Complete Lightning, вот он, бля. Хорошего качества, в принципе, смотрите. Довольно аккуратно все. Типа, ну, не скажешь, что довольно всратая модель была сделана быстро. Довольно аккуратно выглядит. АОшка моя. И Position. Вот три карты, которые я сейчас сделал. Я их выключаю еще раз отсюда, чтобы случайно не перезапечь. Включаю спекуляр. И мне сейчас надо что сделать? Сделать блестящий материал. То есть вот мой дефолт. Допустим, я не хочу его ломать. Я его просто сдуплицирую. Shiny. И назначу на всю модель свою. Можно еще металлика добавить на нее. Типа, просто прям вот врулить металлнес, короче, чуть-чуть не на полный, потому что вот этот кал, типа, не хотим. Когда мы врубаем металлик, короче, в нем начинает отражаться environment. Чем ярче environment, тем больше вы будете видеть отражение environment. Мне он не нужен здесь, поэтому я чуть-чуть добавляю металлнес. И... Сейчас roughness я пока не знаю, какой мне нужен. Допустим, вот... Сейчас запеку. Это я просто буду потом использовать для... как композа в Substance или в Marmosite для Grayscale Base, короче, текстуры, чтобы блички вытянуть. Так, я делаю стилизованную текстуру, я все это поюзаю потом. Чё так долго-то? Капец. Вот наш спекуляр. Точнее, нет. Вот он. Не очень мне нравится, что получилось. Сейчас. Сейчас.
долго пищу, это просто для запекания просто текстуру уменьшу там на 1К, короче, для тестов. Вот, с помощью levels, ну, уровней можно контролировать потом толщину бликов, но, по-моему, она все равно слишком яркая, короче, я цветом поменьше сделаю, чуть-чуть потусклее. А если я roughness уменьшу, что будет? Не, какое-то говно. Сейчас попробуем metalness уменьшить. Может, знаете, еще сделать? Поменять на reflectivity, на specular, короче. Мне не очень нравится металлик, как работает сейчас. Ну, не, все равно что-то не то. В принципе, я могу это уровнями потом выкручивать и получать, что я хочу, но это не совсем. Думаю, может, ему цвет просто еще пригасить. Что вообще он, короче, ему похер на цвет альбедо, короче, понятно. Если intensity на максимум. Ага. Во, теперь лучше смотрится. Ага. Нормально, короче, я думаю. Сейчас попробую показать, собственно, вот посмотри, где блики. Сейчас пытайтесь запомнить. Я сейчас попробую бейкнуть его вот сбоку. Просто будет ли разница или нет? Нет? Я не вижу. Короче, был момент, когда я поставил 4 света, типа, и запекал там прям точную лайтмап. У меня, короче, менялось от положения камеры, диффуз. Я не знаю, сейчас спекуляр, но диффуз точно менялся. Ладно, не хочу на это время тратить. Еще раз запекаю, типа уже в финальном качестве, 4К. Я знаю, что старый Мармосет, который третьей версии, он запекал лайтмапы. И там невозможно было запечь, короче. Надо было из куска собирать его. Хотя спекуляр всегда с одной стороны был, короче. Не, лампа не привязана к камере. Не знаю, что вот это такое, но пускай. Надо было сгладить хайполи. Я даже не знаю, где это. По-моему, где-то было. Короче, сохраню сейчас на всякий случай сцену, потому что я даже не сохранил нурлинг бейк. У меня еще полчаса есть, в принципе, успеваю все сделать. Смотрите, почему не нужны бейк-группы для того, что я сейчас сделаю. Почему я в самом начале озаботился тем, чтобы у меня модель была разбита на логические части, и хай-поле, слоу-поле примерно совпадали. И это не последний раз, если что, если кому-то кто-то не вкурит, короче, эту тему, я еще буду так делать на своих стримах, типа, на более сложных моделях. Но лассо, берем инструмент лассо. И я просто сдвигаю. Блять. Лассо. Вот, лассо. Все. Я сдвигаю весь. Блять, нет, не весь. Короче, тут где-то обосрался. Ладно.
Можно шифтом просто добавлять объекты внутри. Блять. Не хочешь ни в какую выделяться. Считил, короче, я здесь выбрал слева, потому что эти модели подписаны, в принципе, можно так делать. Лассо быстрее иногда, если вы можете лассо зацепить все объекты, которые находятся в логической группе. То есть сейчас я выделю все объекты шлема, хотя их там неровное число, типа хай-поле, лоу-поле, но просто с помощью лассо я просто выделяю и все сдвигаю. Руки, то же самое сейчас с руками сделаю. Вот, теперь мне надо просто глазки убрать, а все остальное может остаться на своем месте. Глаза. Глаза. Выделил там и там, короче, и снес. И теперь я смогу запечь все свои нормал мапы там. Дайте я рендер выключу. Потрясаю. Все карты остальные, которые я не запек, короче, могу запечь так, без пересечения. Вот поэтому бойгруппу не надо создавать было, потому что это лишний геймер, короче, сидеть их там подписывать, там объекты таскать сюда. Вот это намного быстрее и проще. Пример, короче, простенький, но представьте, что у вас там кричат, там существо сделано из кучи таких деталей, там это просто выделяется, ласса выносится в сторону. Процесс тот же самый. Либо ласса, либо через список объектов слева. Что мы запекаем сейчас? Запекаем normal map. Normal soul уже position не запекаем, потому что объекты сейчас разнесены в разные стороны. Position map уже не будет правильный, короче. То есть он будет свой для каждого объекта. Это не фан. Курватуру запекаю, толщину. Lightning не нужен. Object ID и Vertex Color. Vertex Color у меня нету пока, но он будет потом, короче. Это не проблема. Принести его. Так, 16 сэмплов, 4К. Понеслось. Да, в боегруппах кейджи есть, типа, свои. Типа, вот когда ты страдаешь с кейджем, у тебя там очень сложно, там, подгонка, короче, тогда уже можешь стать боегруппу, короче, сделать то же самое. Я стараюсь, чтобы кейджи были ровные изначально, потому что мне надо было такой фигней заниматься. Этот способ быстрый самый просто. Как можно еще сделать? Можно сдублировать Bay Project. У вас будет два Bay Project. В одном модель будет вместе, во втором она будет разнесена, и у них просто будут разные настройки. Карт там и все остальное, короче. То, что так можно делать. Ну вот, делаю чек нормалей. Обж нормалей. Курватура. Ну такая себе курватура. Я вот, короче, это не знаю, как выключить в хайполе. Нормаля сгладить. Я вообще даже не знаю, есть здесь это или нет. Еще. Есть subdivide, но мы не хотим subdivide. ХЗ, короче. Всегда думал, что есть, но, короче, эту проблему можно на экспорт из забраши через FBX там галочку включить. Вот здесь. Я не знаю. У меня не получилось что-то. Не важно. Вот карту толщины я перезапеку, потому что она поганая. Короче, вот это плохо, кстати. Она не то, что прям сильно нужна для текстуринга, но полезно иметь ее, короче. Меня вот не радует, что она разной яркости на разных деталях. Частях модели. Ладно, не буду трогать, короче, пофиг. Вот наш ID мапа. Просто это будет использоваться в Substance для быстрого выделения каких-то частей объекта модели. И Vertex Color, который пока пустой, но это сейчас я поправлю. Так, все нормально, я запек. Сейчас можно быстро модель покрасить. На самом деле, я не знаю, что тут красить, она какая-то розовая там.
чтобы красить, я обычно делаю стандартный материал, ambient выкручивают там, не знаю, там до 80 и intensity 0.2, допустим. И я хотя бы вижу что-то. Мне я вижу цвет модели и объем ее, короче, как лендмарки, по которым следовать. Так, все вроде белым залито, да. Начну просто с заливки всей модели красным цветом. Делаю это через Subtoolmaster, do visible, fill. Чего, бля? А, fill. Color. Для удобства я просто склею, сохраню с файла отдельно Nurg, назову Nurg Paint. Знаете, я бы даже тени убрал. Мешают. Короче, убрать их там, да, необходимо минимум, чтобы примерно видеть границы объектов, короче, потому что помогает с покраской сильно. Вот, я простой кистью сейчас просто делаю грубые цвета. Мне не надо там какие-то там узоры рисовать, там фактуру, короче, мне нужен просто ровный цвет относительно. Какую-то найти, как вообще какую-то усредненную работающую. Он в оригинале розовое туловище, у него оранжевый, по-моему, цвет какого-то такого розового, розово-оранжевого. Возле сэмплов софтен, где? Сейчас. Это я не знаю, что такое, я не буду это трогать. Я не думаю, что это поможет фасеточность убрать. Фиксил курватуру тем, что на сабдив накинул в самом армосете на лоу-поле. И чё? Он так работает? Я вот про это говорю. Это идет с хай-поле модели, потому что она недостаточно была тесселирована, так сказать. Но это меня не парит. Блин, это фигня полная. Ещё просто пытаюсь понять, где это можно исправить быстро. Немного блюрит, ну давай попробуем. Это все равно какой-то всратый курватура, она не рейтрейснута, не по-честному рейтрейснута. Да нифига не, что-то не работает. Не сработало. Ну вот сделаю сабдив. Запеку. Что получится. Нет. Ожидаемо не помогло. На лоу-поле сабдив.
Где у него эти? Господи. Я засадил шары эти, короче, вместо этого. Смоль. Нормально, в общем, покатит. Да еще глаза ему засобдивить. Problem solved. Я рисую альбедо, поэтому я не парюсь, что у меня там в тенях там что-то не то, короче. Вот. На все это сверху потом ляжет куча эффектов, короче, и лайтмап, и все остальное. Думаю, будет норм. Двадцать минут еще есть. Блин, как странно работать на это, когда есть прям жесткий дедлайн, и тебе прям хочется успеть. Давно такого в таком режиме ничего не делал. Все-таки хочу ему добавить чуть-чуть оттенков, типа, в теневые места. Я, кстати, вмешиваю всякие вещи, типа, там, зеленого, там, знаете, вот такие неожиданные цвета. Казалось бы, если ты рисуешь кожу, там, типа, розовый, красный, в основном, да? На самом деле нет, вот на хайлайтах, например, на внешних поверхностях можно вырисовывать прям чуть-чуть. С низкой интенсивностью, короче, вырисовывать какие-нибудь там зеленые, синие цвета там. Иногда работают. Просто избегать монотонности, короче, стараться. 50 оттенков Нурнинга. Ага. Кстати, неплохо бы реф открыть, а то я что-то не вижу его. Какого он цвета там. Ну, какого-то говняна. Розово-фиолетовая параша какая-то там у него течет. Ну, сейчас фиолетовый, по-моему, внесу ему. Вот, я это делаю в ZBrush, потому что здесь очень хорошее смешение цветов, очень хорошая реакция на нажатие. И в Substance нарисовать цвет очень-очень неудобно рисовать там, короче, просто там, ввиду особенностей движка, короче, неважно. Здесь просто намного быстрее и приятнее.
Я стараюсь это делать прям... Не думаю, короче, сильно, типа рисую просто. Знаешь, большинство из этого потом просто не видно будет, это ничего страшного. Поэтому я вот не парюсь на детали, короче. Я, знаешь, у меня запечен лайтмап, нормалмап, и все это подчеркнет потом эти штуки. Чего не хватит, я потом, короче, закрашу. Но я, по сути, короче, кладу фаундейшн цвета здесь сейчас. Это я зря делаю, на самом деле. Это привычка просто рисовать тень от шлема. На самом деле этого не будет видно ничего. Скорее всего, мои цвета не очень... Контрастный и финальный будет сильно отличаться от того, что сейчас вы видите здесь. Раньше я что делал? Я, короче, делал модель с сабдивами, проецировал детали и пользовался режимом маскинга по кавити и хайлайтам, короче. Это помогает прям очень быстро хорошую базу набрать. Сейчас я это не делал, потому что я знаю, что у меня есть уже запеченный лайтмап и куча всяких хаошек там, и это все поможет потом разбить. То есть я не должен на это время сейчас тратить. Это будет проще, быстрее и лучше сделать на этапе текстурёшки. Прорисовать вот эти вот, я говорю про складки, вот эту вот всю херню, короче. Я сейчас, по сути, стараюсь просто цвет наложить, короче, красивый какой-то. Ну, как красивый, типа, интересный, сказал. Тут много чего не хватает, там, вариативности небольшой тут и там, короче. Не хочу, чтобы он симметричный был совсем. Просто правило такое, вот отдалившись, да, вы должны примерно понимать, что это вот просто по цветам, да, без освещения, без всего, короче, я смотрю на эту штуку издалека, и что-то такое, напоминающее плоть. Шлем на меня очень похож. Завидую. Вот это уже лишнее на самом деле, но я хочу, короче, добавить базовый цвет какой-то на шлем. Лишнее, потому что он его проще было бы набрать именно генераторами и прочим говном там сразу. Но я думаю, пригодится, короче, можно добавить чуть-чуть.
Слушай, секс-сетянок я делал уже несколько лет, и была куча стримов с ними, и не только у меня, вообще у всех, типа. Вот недавно совсем был. В Намаде делал. Это хороший пример, маленький, короче, существо, которых на самом деле в играх много надо делать разных, типа, и я показываю именно простой способ, как, короче, это можно легко отскейлить, отмасштабировать на любого персонажа, в принципе, для игр. Я ничего не вижу здесь сложного прям. Так, а у него, по идее, эти части снаружи, они должны быть серые, да? Не, они зеленые. Я еще не хочу это очень темным делать. По идее, он должен быть поярче. Салатового какого-то цвета такого, нездорового. Так, так. Это, по идее, это шлем покрашенный и сильно испорченный, старый, типа, побитый. Поярче, наверное, все-таки. Короче, рисовать бесконечно руками я не советую, но в какой-то момент можно просто начать вот это делать дело. Тут прикольно, что можно разные каналы, короче, по-разному колбасить. Допустим, красненький там взять, зелененький там поколбасить. Добавляю, короче, новых оттенков, новых тинтов. На разных уровнях, типа на. Видите, что получается? Вот это было бы намного дольше руками, короче, вырисовывать. Поэтому мне нравится болтаться вот в этом Adjust Polypaint, короче, периодически мучить, так сказать, текстуру. Ну, это сразу стал ярче, пиздач. То есть есть маза, когда вы работаете, как я, типа там билдапом цветов, начиная от темного к светлому, что у вас обычно получается темнее, чем надо. И таким макаром можно просто быстро в чувство привести текстуру свою. Я, наверное, все-таки нарисую здесь. Но это начало, только понятно, что дальше там это куча нарисовано будет сверху, там в Substance, но это база, как база, типа норм. Так и все-таки. Я не хочу делать верх шлема слишком ярким, потому что это потом мне сильно аукнется, когда я наложу все эффекты сверху. Там еще хайлайт очень сильно сверху болтается, я про него забыл совсем. Нормально, короче, можно. Так. Теперь мне надо, по сути, повторить то, что я уже делал, но в этот раз я, короче, туда засуну. Да, я могу просто тушку, глаза и шлем. Хорошему лучше бы это была одна сцена, типа, ну, зря полюпейнт потом сделал, сильно позже, но как есть, короче.
Спорчу я просто как Nurling Colors, чтобы быстро найти его. То есть, мне только одну карту надо сделать. А, пока он экспортит, я в Marmosete могу, короче, просто сделать дупликейт. Весь Bait Project, короче, скопировать, дупликейт сделать. И в одном из них просто поменять хай-поле, короче, на то, что мне надо. Сейчас его переназову. Colors. Так, зря я удалил свет. Надо просто выключить его. Так. Вот, первый Bait Project я спрячу. Второй я просто захожу low. Нажимаю reload. Где он тут? Он возвращает все детали на место. И в хай-поле мне здесь это не надо. Короче, сейчас я просто импортну сюда нашу модельку. Вот он здесь уже готовый. Так, 10 минут осталось. Подскажи, пожалуйста, когда лучше стоит использовать EDIM? Всегда. Сейчас требования к моделям высокие довольно, и EDIM это просто очень удобный способ организовать работу свою. Если можешь использовать, используй. Если тебе запрещают использовать, не используй. Как правильно оформить портфолио для риггера? Не знаю, чувак, это хороший вопрос. Как риггер себя продать? Никогда даже не думал. Потому что, да, серая модель на майском вьюпорте – это самый шняжный, блядь, способ, короче, что-то показывать. Интересен будет только такому же задроту лигер. Вот как-то поинтереснее делать. Ну, знаешь, по чесноку я вижу, как лигеры, короче, VFX-специалисты показывают чужой футаж финальный, там, который делала там компания, и показывают там персонажа. И чувак говорит, я делал риг для этого персонажа. Персонаж офигенно выглядит, то есть, ну, вот тебе портфолио. Из майского вьюпорта это делать, контроллера показывать, ну такое. Еще там, что попало, еще может показывать, там еще никто не успеет разобраться-то. Короче, в этом Bait Project нам нужен только Vertex Color, по идее. Вот здесь все. И я могу то же самое сейчас сделать, просто разнести его на части, по частям. Так. В принципе, это не так прям критично, но я хочу каску, короче, все-таки отдельно отнести. Не хочу, чтобы там что-то впеклось лишнее. Кстати. А, ладно. В таком раскладе, конечно, проще запечь, чем то, что у меня было, но что есть, то есть. Вот, типа, три части запекаются элементарно. Руки, тогда я не знаю, зачем я их оторвал. Может было в целом все целиком запекать сразу. Короче, вот наш черт. Colors Pick. Вот наши цвета. Вот, в принципе, все, что я хотел показать на обеде сегодня. Я сделал, что хотел. Следующий этап это уже Compose Substance. Я бы очень хотел в этом Marmosete попробовать закомпозить, но там некоторые моменты для меня будет тяжело даваться, если для воркшопа просто хочется, чтобы все шло без запинки, типа. Давайте я его просто соберу в этом Substance. По-быстрому. Просто покажу начало. Файл. Экспортим меш.
Что такое ASM? Какие-то новые презеты, темплейты. Куча каких-то новых презетов, я вообще не узнаю их. Что это? Что такое ASM? В геймдев Юдимы... Нет. Юдим в финале то же самое, обычная текстура. Юдим это просто как ты работаешь в этом... В 3D софте. Блин, это надо показывать. Я, короче, не готов это сейчас объяснять. Странно, короче, ладно. А где... А, вот. Блин, все что-то новое, менюшки поменялись, не узнаю это все. Короче, вот все карты, которые я запек, идут сюда. Понятно. Вот для чего OpenGL. Если нормаля выглядят поломанными, просто идем Edit Project Configuration и здесь меняем на OpenGL. Но лучше сразу запекать с нужным. В нужном формате. Назначаю карты, запеченные на слоты. Так, где толщина? Это, по-моему. Хайтмап у нас нету. Opacity у нас нету. Вот, в принципе, все. Вот наш чувак. Вот это что, кстати? Блин, а забыл нормал мап перезапечь. Черт. Сейчас. Со сглаженными этими шарами. Не знаю, куда вставлять, в принципе, похер. Скелет надо настроить, можем мормосеть отренделить. У меня нет на него планов каких-то там. Игру с ним делать. Как сложно обновлять текстуру, короче, в собственности, это капец неудобно. Есть попроще способ, вот, или... И чё? Ничего не поменялось? А, вот, вот все, починил. Короче, надо здесь обновить карты, здесь слева, релод сделать, а потом их вручную перетащить на эти же. Ну, или переназначить, короче, в слотах. Вот, и здесь я сделаю два слоя. Допустим, один у нас будет... Вот, кстати, начинается говно. Вот это вот. Надо перезапекать его, короче, через... Сейчас. Во-первых, здесь Tangent Space поменять. И во-вторых, по-моему, в нормал мапе флипнуть зеленый канал. Вот, теперь можно перезапечь.
Reload. Project Configuration. И верну обратно на DirectX. По идее, должно помочь. Нет. Короче, я не знаю, что вот это вот за херня квадратная там. Я подозреваю за парашную триангуляцию, но это пиздец. Короче, я не могу на это смотреть спокойно. Я надеюсь, это только в Substance видно. Избавиться от этого можно, наверное, только запечь нормал map Substance. Короче, только тогда, наверное, будет выглядеть ок. Я не знаю, что тут еще можно сделать. Либо сделать Hard RG по UV Shell'ам. То есть есть варианты, короче, но я просто забил. Нужно смотреть на тот софт. Точнее. Тут, кстати, есть способ превьюху сделать. Таким макаром. Вот, если здесь смотрится нормально. То на Substance можно не обращать внимания, в принципе. Вообще, когда работаешь, там редко палишь дефекты. Здесь тебе, по сути, нужен только превью для бликов, чтобы понять, где у тебя рафнес, короче, блестит, а где нет. Я на этот рендер вообще не рассчитываю никак. Он тупо не для красоты, короче, этот рендер, а просто для работы. Так что надо это в голове держать. Офигенно покрасил. Ну короче, вот, типа, можно на этом пока точку поставить. Дальше текстурёшка идет. Вот после этого обычно что делается? Настраивается connection от... Блядь, времени уже мало. Все экспортнутые текстуры, потом подключается мармосет на материалы, и там уже идет работа, короче, сохраняешь в Substance, смотришь мармосет. Вот. Лучше, конечно, в мармосете, блядь, научиться делать все это. Тем более, это не так сложно. Наверное, просто в мармосете этого чела присоберу, что такого-то. Сложнее делать вещи. В Unreal или в Unity. Я его выложу, сами вставляйте куда хотите. Мне это что? Просто демо. Почему глаза отдельно? А как надо? Глаза должны вращаться. Туда-сюда, наверное. Нет? Хотя там зрачков нет, вообще похер. Можно делать их светящимися будет. Можно анимации записать собранную и сбросанную. Я, кстати, не уверен, что можно анимировать под объекты. Я, по-моему, пробовал, по-моему, мне не получилось. Да, я сейчас проверю этот момент. Самому интересно. Идея-то хорошая. В майке так работали, в Максе. Типа два ключа анимации, где модель разобрана и собрана. Но... Это, короче, при усложнении. Не, не двигается, по-моему. У меня вообще ничего не работает. А, надо было выделить объект. Блин. Вот так. Ну вообще ключей не оставляет на нем. Что-то странно, какая-то херня.
вообще какая-то херня. Короче, похер. Зачем тебя послушал? Что по неймингу в Мармасете не запечешь, чтобы не двигать? В смысле? Ты предлагаешь переименовывать каждую часть, типа? Хай-поле, лоу-поле, но я пробовал так работать, но это пиздец, чувак, я никому не советую. Когда у тебя там до жопы частей, типа, ты сидишь, короче, полдня переименовываешь, чтобы потом один раз запечь, короче, я не думаю, что это очень разумно. Действовать по ситуации. Здесь, наверное, проще было бы назвать, потому что здесь всего 4 части у чувака. Но я показываю именно принцип, типа, как работать. Потому что у меня на работе сейчас персонаж, состоящий там, ну, не из 4 частей, грубо говоря, не знаю, там, 25. Типа, я их всех разнес, запек, вот то же самое сделал, что я вам сегодня показал. Вот. Ну, короче, можете себе представить, как это, типа, скелится вверх. Хороший пайплайн, короче, и он прям очень гибкий и быстрый. Что за слой наложения на бейк свете? Value. Value это типа яркость, наверное. Если я правильно понимаю. Это не мультиплай. Мультиплай затемняется. Поэтому я говорил, типа надо средний делать серый цвет для лайтмапа. Вот этот вот. Чтобы у вас тут было value. Типа от черного к белому, короче. И белый должен быть самый, типа, яркий свет на этой текстуре, типа, для точечных бликов. Вот. Соответственно, любой цвет, который ниже лежит, он будет правильно колориться. Только там еще дохрена работы надо проделать. Понятно, что это, типа, не то, что должно быть. Но это уж потом. Ладно, все, всем спасибо, я врубаю. Продолжим завтра, наверное. В обед. Вот.